вас, друзья! Сегодня, в эту осеннюю пору, мы познакомимся с чудесным парком Красная Пресня. Это место, где можно по-настоящему ощутить природный дух и отвлечься от привычной рутины. Парк Красная Пресня основан в 1932 году на месте усадьбы Студенец. Он является памятником истории, архитектуры и садово-паркового искусства 18-19 веков. Также это одно из самых популярных мест отдыха для москвичей. На территории парка расположены старинная липовая, сиреневая и каштановая аллеи, а также единственные в Москве голландские пруды, в которых обитают утки и селезни. Осень – это самое красивое время года в парке Красная Пресня. Здесь вы можете увидеть все яркие краски этой поры и насладиться ароматом листопада. Эта статуя была установлена в 1954 году. Она расположена у главного входа в парк и является одним из символов советской эпохи. В Красной Пресне есть места отдыха не только для взрослых, но и для детей. Парк оборудован всем необходимым для активного досуга ребятишек. Детские площадки, скейт-парк, спортплощадка и даже футбольное поле. Помните про голландские пруды? Давайте посмотрим на них поближе. Сзади нас Малый остров, самое сердце этого парка. Летом люди отмечают здесь праздники в атмосфере уединения и некого абстрагирования от внешней природы. Мы искали усадьбу Студенец, на территории которой был построен этот парк, чтобы показать ее вам, но во время съемок мы узнали, что усадьбу снесли несколько лет назад. Парк Красная Пресня – это место, в котором можно насладиться красотой природы и тишиной, провести время с семьей и друзьями и отдохнуть от городской суеты. А как вам это место? Оставляйте реакцию на обзор в комментариях, нам будет очень приятно.